Новый корпус Нижнелачинской средней общеобразовательной школы рассчитан на 375 ученических мест. Строительство нового здания позволило решить вопрос переполненности школы. Поскольку само учебное образование рассчитано на 960 ученических мест, по факту здесь образование получали более 3000 учеников. Данная школа была начата в феврале 2020 года, строительство. Это новый корпус абсолютно, дополнительный новый корпус. По городу Бишкек мы сегодня проводим очень большую работу по ремонту, капитальному ремонту школ, строительству школ. Если сегодня данная школа, она в рамках административно-территориальной реформы, она вот вместе с Айлокмату, данная школа переходит на территорию города Бишкек. Особое внимание было уделено техническому оснащению. Так, в кабинете информатики было установлено более 20 компьютеров, что это, в свою очередь, позволяет ученикам получить качественное образование в сфере IT-технологий. В классе информатики нам установили компьютеры, а в кабинетах физики и химии теперь есть все условия для проведения лабораторных исследований. Новый корпус очень светлый и просторный. Мне он очень понравился. В старом корпусе, конечно, нет условий хороших, но потому что оно уже старое. А новый корпус все-таки новый. Он современный, красивый, чистый. Есть все оборудование, особенно в кабинетах химии и физики. Конечно, всем ученикам, они все очень рады и все хотят посмотреть новую школу. Уже лучше в этом корпусе, так как в том корпусе у нас было очень мало этих кабинетов. Ну, у нас в кабинетах было очень много учеников, 40-45 учеников в классе. Но сейчас уже стало более-менее лучше. Очень просторные кабинеты, оборудование у нас, парты новые, вот у нас очень хорошее оборудование. В старом корпусе детям приходилось сидеть по 3-4 человека за одной партой. В одном классе в среднем было 30 учеников. Раньше мы учились в 3 смены. Как вы понимаете, в такой обстановке сложно преподавать. Здесь же намного просторнее. Благодаря строительству нового корпуса мы будем учиться в 2 смены. Нам, педагогам, будет проще преподавать. Мы сможем уделить внимание каждому ученику. Строительство нового корпуса было профинансировано со стороны республиканского бюджета. На эти цели были направлены более 76 миллионов сумм. Кундуз Кадатаева, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.